Всем еще раз доброе утро. Пришло время для нашего гостевого включения. Встречайте, у нас сегодня в гостях Зора Кушкумбаева, председатель Ассоциации деловых женщин по Кустанайской области и руководитель проекта «Выбор профессии». Также сегодня у нас в гостях Айгуль Сигизбаева, член правления АДЖК, координатор проекта «Выбор профессии». Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, какова была цель создания такого проекта с говорящим названием «Выбор профессии», думаю, очень значимым, очень актуальным на сегодняшний день. Ну, этот проект у нас осуществляется на основании госзаказа Управления образования Акимата Кустанайской области. По этой реализации мы взяли этот проект, как ассоциация деловых женщин. И вот сейчас в данный момент проводится реализация данного проекта. Я являюсь руководителем, а Айгуль у нас является координатором этого проекта. Ну, конечно, в целом работает вся ассоциация по этому проекту, но основная работа, конечно, у координатора. О том, что как она подробно проводится, эта работа, вы знаете, выбор профессии – это для молодых, ну, для всех людей, конечно, мне кажется, это самое главное – не ошибиться, выбери профессии. Выбирая профессии, мы как бы с самого начала устанавливаем свою жизнь. Работаем потому, как не только что работаем то, что мы вносим свои знания, но наша должна быть работа и душа, и сердце, который мы принимаем. И я думаю, в этом как раз этот проект для того, чтобы он должен быть постоянно работающий, чтобы молодые люди могли понять, мы могли донести до них каждую профессию, что она из себя представляет, и что она несет людям и что нам будет принести ему. А как считаете, подрастающее поколение осознает ли и понимает ли, что правильный выбор профессии – это залог не только будущего благосостояния семьи, нации, личного благосостояния, но и залог спокойствия, так ведь, здоровья, реализованности, личного счастья. Понимают это сегодня детки? Конечно, детки еще по своим, за то, что они действительно детки еще, они о чем-то мечтают, о чем-то думают, что это. Но, конечно, всегда их надо направлять в этом, преподнести, показать профессию изнутри. Они могут думать об этой профессии как по своему понятию, по своей молодости, ну, что они, эта профессия такая, вот такая. Но мы преподносим, что она еще лучше. Объясняем им, приходят преподаватели там, где работают. Ну, каждый в своей профессии приходит раскрывать ее так, чтобы молодой человек ее понял до конца и не ошибся в своем выборе. Айгуль, скажите, в каком формате реализуется этот проект? Как формат выбирался? Как его тестировали? Я понимаю, что с детьми работать по такой непростой теме, да, это дорогого стоит. Я думаю, что к выбору формата ваша ассоциация отнеслась со всей важностью, ценностью и ответственностью. Вот как раз к выбору формата. Формат и определяет задача. То есть цель у нас была – это укрепить вообще профориентационную поддержку молодежи в выборе профессии. Но именно с акцентом выбора учебных заведений, колледжей и вузов нашей области и в целом Казахстана. Не секрет, что выпускники на сегодняшний день куда стараются? Выбить в учебные заведения ближнего и дальнего зарубежья. Еще в послании от 2 сентября наш президент акцентировал внимание на то, что 21 тысяча выпускников не поступает в вузы и колледжи. Почему? Возможно, недостаточная подготовка в школах, возможно, неправильная профориентация была в школах. И здесь он делает акцент на то, чтобы усилить политику профориентации. Исходя из этого, мы и, в общем-то, определили свои задачи. Это информационная поддержка, это и создание площадок диалоговых со школьниками, плюс с руководством районов. Вот в этом послании он говорит, что необходимо работать акимом и педагогом со школьниками для того, чтобы помочь им в профориентации. В подготовительный период до реализации проекта, до наших профориентационных выездов, мы проводили встречи с акимами районов. Надо отдать должное, вот, по согласованию графиков, потому что без руководства района осуществить какое-то мероприятие невозможно. И нужно отдать должное, хочется поблагодарить от ассоциации именно руководство акимов районов Камыстинского, Федоровского, Кустанайского, Ауликольского. Они понимают, что эта проблема актуальная, это, в общем-то, даже глобальная, можно сказать, и помогают нам в проведении этих мероприятий, оказывают большую, огромную поддержку.
Это и, представляете, со всего района пригласить учеников в центр. Мы для них проводим всю эту работу. Здесь в каком формате, опять-таки? Это встречи, это фестивали, это индивидуальные беседы, это задача какая? Мы создать диалоговую площадку, провести, допустим, не просто консультацию, а такое тактильно обучающее общение. Открытый, то есть, честный, да, диалог, то, что, да, сегодня равный, молодежь как раз равный равному. И у нас наши, допустим, партнеры, у нас информационная группа создавалась, это и высшие учебные заведения, это и профколледжи, это и колледжи медицинские, политехнические высшие колледжи. Мы на площадках организовывали так называемые мастер-классы, когда дети, школьники, вернее, пусть они уже будут школьниками, не детьми, студенты участвовали в проведении мастер-классов. Одно дело, когда стоит взрослый преподаватель, немного ты робеешь перед ним, другое дело, когда, в общем-то, твой сверстник чуть постарше тебя показывает, а что это такое, как оформить кекс, а как сделать перевязку. То есть профессия изнутри, да, соприкосновение. Вот именно тактильно такое обучение идет. И дети, я, наблюдая за ними, в общем-то, смотрела, что дети, школьники отключаются. Неважно, кто там перед ними стоит, они начинают, в общем-то, со всей такой отдачей, начинают перевязывать кого-то друг друга, оформлять эти кексы, что-то работают электрические макеты. Вот оно, вот он и весь наш формат. После окончания, допустим, тех же мастер-классов, люди ведь с разной психологией, психикой, кто-то открытый, кто-то идет быстро на контакт, некоторые дети робкие, они отдельно потом подходили к преподавателям и нашим студентам и более подробно интересовались. Это очень важно. Казалось бы, век информации открытый, дети все могут найти в Ютубе, но чтобы с ними лично побеседовали, да, взяли вживую за руку и сказали, да, я в тебя верю, действительно своим профессиональным взглядом оценили, врач ли это сейчас перед ним, либо повар, либо будущий юрист. Не секрет, что свояк свояка видит издалека, и мы действительно своих, действительно, да, по духу людей, мы уже чувствуем вот просто на уровне разговора, да, и первого, да, да, здравствуйте. Когда мы были в Камыстинском районе, можно я добавлю, мы проводили мастер-классы. При разговоре с директором школы, по-моему, поселка Бестау, он говорит, наши дети, если честно, даже не знали о профессиях, которые можно получить в учебных заведениях здесь нашего Кустанай, да, да. Это отдаленные поселки. У них нет возможности выехать во время учебного года. Там транспортные, финансовые, в общем-то, проблемы. И то, что мы приехали в самый отдаленный район нашей области, в общем-то, это большой плюс. Говорю еще раз, вот просто спасибо акиму района, который нам помог организовать эту встречу, создал все условия. Помимо того, что мы проводили консультации, проводили с ними мастер-классы, затем все дети, в общем-то, были приглашены в актовые залы, и там уже каждое учебное заведение, вуз то будет или колледж, презентовали со сцены свои специальности более расширенно, плюс показывали свои творческие номера. Это студенты. Это о чем говорит? Что в учебных заведениях, вузах, колледжах мы не просто заняты учебным процессом, но и там созданы все условия для развития творческого потенциала. Это и вокалисты, это и танцоры, это и КВНщики. Ну, и в таком плане. Чтобы дети ребята на ура принимали. Дети могли ура уже принимали подбирать ту атмосферу, да, в которой они будут окунаться, да, тот коллектив, в котором они будут учиться. Не только профессию, да, это, да, немаловажно. Да, да, да. Вот сейчас у нас на экране идут фотографии, прокомментируйте. Это Улюкольский район, да, как так, я понимаю? Это Камыстинский район. Это Камыстинский район. Здесь, вот смотрите, колледж Бетсирс, здесь вот технологи, зерновики, студенты третьего курса политехнического колледжа, они показывают, как можно определить показатели качества зерна и продуктов переработки. Там, значит, промелькнул мальчик по технологии машиностроения Салпени в серии, котличники учебы, показывают принцип работы на пневмоподушке воздушного судна какого-то. В общем-то, это все, что у нас еще в колледжах обязательно кружки есть. На сцене выступают актеры, певцы, есть хореографический коллектив «Мирас». В общем-то, дети на ура воспринимали. Так, это мы находимся уже в Кушмуруне. Скажите, какова целевая аудитория проекта, каковы возрастные рамки? Значит, территориальные? По проекту участниками у нас должны быть ученики 8, 9, 10, 11 классов. Обычно выпуск
определяется уже когда? В 9 классе. Но тем не менее, в 8 классе, когда мы человека уже более-менее направим, к 9 классу формируется какой-то взгляд. На самом деле, да. В 8 классе вроде как подготовительный период. Необходимо, я считаю. Это правильно, что в условие было заказа 8 классы и 10 включить. В 10 классе они более начинают подробнее знакомиться со специальностями высших учебных заведений. И в 11 классе они могут уже определиться конкретно, какой вуз нашего города всем выбрать. Всем детям нужен разный период, конечно, разный временной отрезок, да, чтобы созреть, попробовать, осмыслить. Mm-hmm. Так? Хорошо ли, правильно выбрал профессию, насколько будет уютно или нет. И такие встречи, ну, мне кажется, если они будут повторяться из года в год, то ребенок за 2-3 встречи уже будет понимать, куда он хочет, в какой вуз и кем он хочет в итоге стать и быть. Да, этот проект вообще должен быть на постоянной основе. Что один заказ это ничего такого не даст. Если каждый раз проводить такие мероприятия, постоянно готовить детей, это дети уже будет действительно. В этом возрасте они немножечко переменчивы. Конечно. Сегодня хочет рок-звездой быть, завтра уже хочет быть ресторатором. А задача взрослых проверять, да, через 3 дня, таково ли его желание, нужно ли еще чем-то помочь. С 8 до 11 класса он может несколько раз, конечно, поменять. И его же, в конце концов, выберет правильно для себя профессию. И наша задача как взрослых людей – помочь ему в этом. Помочь, да, информации, руку помощи протянуть. Дарья, смотрите, символично именно то, что именно ассоциация взялась за этот проект. Mm-hmm. Потому что мы все мамы. И папы, конечно, переживают за будущее детей, но у мам, мне кажется, это чувство ответственности за будущее ребенка более глубже. И мы, в общем-то, когда нам предложили поработать над этим проектом, даже не сомневались. Взялись за этот проект. Я думаю, что мы поможем нашим детям, что, в общем-то, с выбором именно будущей профессии какая-то помощь от нас будет. И хотелось бы не просто, на самом деле, как Зоря Сихсмаевна говорит, не одноразовая это была акция, а на системной основе. Сейчас мы охватили только 4 района, плюс 2 мероприятия в городе. На базе КГУ 27-го мы провели, там было около 300 детей собрано, школы именно города. Теперь сегодня в 2 часа мы проводим данную акцию на площадке Кустанайского политехнического высшего колледжа. Там около 370 школьников сегодня будет. И опять будут вузы, колледжи, профлицеи, когда дети города уже опять соприкоснутся с профессиями, которые можно получить в учебных заведениях нашего города. Я знаю, что в рамках проекта также будет проходить и конкурс. Да. Так? Да. Расскажите о нем поподробнее. Ну, о нем поподробнее, наверное, расскажет у нас Айгуль, потому что именно этот готовит она эти моменты. Вот, готовила и проводит. Почему мы занимаемся колледжи, вузы, профориентацией? В любом случае, мы только даем, можно сказать, верхушку айсберга. А основы должны быть заложены где? Должна быть помощь школьного учителя, социального педагога, психолога. В основном работа идет в школе. Причем в том же послании говорится, при внедрении 12-летней системы обучения 5 плюс 5 плюс 2 нужна ранняя профилизация. То есть с 1 класса начинается. Поэтому мы хотим в школах нашего города, мы пока не бросаемся на область, работаем в городе, не распыляемся на область, работаем в городе. Хотим выявить самые лучшие, определить лучшие кабинеты профориентации. И, возможно, невозможно, а я уверена, что у нас лучшие кабинеты есть, у нас школы очень, в общем-то, могут поделиться своим опытом работы. Затем, в общем, на конкурсной основе они определили места, победители, у нас создан оргкомитет. И для того, чтобы они поделились опытом не только в области, но, может быть, и за пределы, мы должны, Кустанайская область, у нас передовая область ведь. Я думаю, что мы поделимся своим опытом работы. Ну, по результатам конкурса ждем вас еще раз в гости. Спасибо. С победителем, чтобы знали мы, что это за школа, могли что рассказать. Это за педагоги. Да, и, конечно, честь и хвала таким педагогам, которые осознают ценность правильного выбора профессии. Ведь страшно не только, когда ребенок не пойдет в вуз, когда он пойдет неправильно, выбрав профессию и где-то поломав свое будущее, либо просто потратив впустую 4-5 лет своей жизни, что тоже страшно. Да. Поэтому действительно такие проекты важны, нужны, и надеюсь, что они станут хорошей, доброй традицией в нашей Кустанайской области. Да, мы уверены в этом. И что мы поможем молодому нашему поколению не ошибиться в выборе профессии и получим хороших профессионалов.
Золотые слова. Я напоминаю, что сегодня в гостях программы «Разбудильник» были Зора Кушкумбаева, председатель Ассоциации деловых женщин по Кустанайской области и руководитель проекта «Выбор профессии», а также Айгуль Сигизбаева, член правления АДЖК, координатор проекта «Выбор профессии». Программа «Разбудильник» с вами на этом не прощается. Оставайтесь на телеканале «Алау». Всем еще раз доброе утро!